Столь летний день солнца приятно обжигает кожу, а ветер охлаждает своей прохладой. Прошло много времени с того момента, как я видел своего питбуля во дворе. В голове стали появляться нотки тревоги, надо было что-то предпринимать. Я бегал по двору, и случайно заскочить в эту дверь. Вообще, эту комнату я использую как свою коморку. Там у меня инструменты и все дела. Вау, я уже здесь который час сижу, И только тележка поскрипывала на ветру. Услышав какой-то скрип, я двинулся в ту сторону, чтобы посмотреть, что там происходит. И уже когда вышел из угла, я вышел из угла и увидел, что мой пес стоит в дверях, весь такой грустный и зацепленный за дверь. Я тут же бросился спасать своего пса. Увидев меня, мой пес по кличке Тор начал вилять хвостиком. Я подошел и поманил его руками, он выбежал ко мне. Надо будет еще провести расследование, как это так получилось. Жизнь порой напоминает городскую сказку. Я поселился в своем доме с женой, сыном и собакой. За этими стенами нашел убежище от безумия внешнего мира. Но даже здесь призраки прошлого не дают мне покоя. Жена – это мой свет, сын – моя надежда. Собака – верный страж нашего покоя. Но спокойствие – это иллюзия. Каждый день я просыпаюсь, чтобы защитить их от тьмы, которая когда-то поглотила мою душу. Наша крепость в мире, где жизнь играет без правил, где надежда – это оружие, а любовь – единственное, что держит меня на плаву. Каждый вечер я закрываю глаза, зная, что завтра может быть еще один день битвы, но я готов ради них. Свой дом – это крепость, в которой можно жить и защитить свою семью. Так начинается наша история. Всем привет!